Сюда попадают служить лучшие из лучших. Воины, обладающие неимоверными для человека качествами. Сверхвыдержкой, выносливостью, навыками выживания в сложных условиях. 24 октября армейский спецназ празднует профессиональный праздник. День подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Спецназовцев обучают разведке, диверсионно-разведывательным, подрывным и другим специальным действиям. У них непростая задача, и они... Самые первые на наших передовых линиях стоят, защищают нашу родину, скажем так. 24 октября в 1950 году вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения. Основной задачей групп являлось обнаружение и уничтожение ядерного оружия. Официально памятная дата была установлена в 2006 году президентом России. Отметил участник второй чеченской кампании Руслан Магомедов и важную роль спецназовцев сегодня на территории Украины и освобожденных территорий. Их специфика работы на Украине сейчас в данный момент, они, ребята, находятся на передовой, они заходят в самые горячие точки, расчищают путь для наших основных частей, выявляют все их схроны, бандподполья. Подразделения спецназначения секретны. Мероприятия по празднованию не выносятся перед широкими массами. Они проходят на закрытых базах, где дислоцируются отряды. Я хочу от себя поздравить всех наших ребят, которые сейчас и пенсионеров, которые сейчас проходят военную службу и которые уже на пенсии. Они достойны уважения, они достойны всего, что есть самого наилучшего.